Грит. Команда Джо. Коннектор. Скоро распакуем, покажем, что это. По щетку еще. Буду щетку кожные вниз. Здесь еще 4 штуки купит. В Коннект Джо, друзья, 3 розетки. Я производитель об этом уже позаботился. Вот наш вот, скажем, европейская. Американская есть розетка, уже комплект входит. И японская, и китайская, я не знаю, азиатская какая-то. То есть на все случаи жизни розетки уже есть. Но пользуюсь будем одной. Поэтому все очень продумано до мелочей. Вот что значит хороший гриль. Казалось бы, да, вроде нумерованы ключи. А нет, вот здесь тоже так же. Очень удобно. И самое приятное розетка. Только читать надо. Чтобы вот открыл ее, и хоп, смотришь, понятно. А тут все прям по буковкам написано, куда чего закручивать нужно. Вот это, что значит, качество понятное для каждого. Брать только лучше. Эй, заработал. Регулировать температуру. Температура, программа, таймер, включение Wi-Fi. Включение-выключение. Это термощуп в продукт. И мы сейчас проверим кожик. У нас должен нагреваться спираль. Трещит, работает. Питание, сеть. Вот так вот работает. Готово. Конечный результат. Давайте еще раз откроем. Поднимаем. Вот он, команда Джо, Коннект Джо. Друзья, вы все видели сами. Это уникальный технологический гриль, произведенный в Соединенных Штатах Америки. Самое приятное было в том, что это узнал попозже, о том, что это один из 6 грилей, который приехал в Россию. И мы его отгрузили нашему постоянному клиенту, который знает толк в качественных грилях. И он, не поверите, готовит каждую неделю на этих грилях для своей семьи и получает неимоверное удовольствие от самого процесса и продукта, который получает. Поэтому вы также можете приобрести такой же гриль. У нас есть еще в продаже гриля Команда Джо Классик 3-го поколения. Они настолько же великолепные и классные, но их всего лишь 20 штук, друзья. Поэтому те, кто хочет приобрести такой классный гриль, который прослужит вам очень многие года, пишите, мы с удовольствием вам поможем приобрести этот гриль, привезем, установим и запустим. А также обучим пользоваться этим замечательным грилем. Поэтому пишите.